Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Опа, что это такое? Ты смотри, что это такое? Слушай, ты только сидя. Ты смотри, давненько я такого не видел. Давненько. А че я, дурак, не подходил ни разу? Ты смотри, я же штокарь. Пятого разряда я токарь. Да, мне и фрезеровщиком. Фу, расплю. Ой, извиняюсь. Да ничего, работу ищите? А я уже нашел. О, смотри, а! Слушай, что-то как-то завертелось, значит, что-то происходит вообще. Запустилось как-то, ну, а, закрутилось. Да. Ты подумай, а. А ты кем? Я художник-оформитель. Да? Угу. Бывает. Плакаты пишу, объявления. Это, между прочим, моя работа. Да? Да. Правда? Да. Ты смотри, а. 10 лет прошло, а она все как новая. Срочно требуются или... Согласен на любую работу. Ну, спасибо большое. До встречи за границей. Ну, так, ты что ли красивых девушек для работы за границей записываешь? Ну, а что? Давай. Ну что давай? Ну, записывай меня. Так вы же не девушка. Так и ты же не работу предлагаешь. Ой. Запускайся. Так, у меня эксклюзив, да? Николай Николаевич, будь любезны, всего один вопрос. Ребятки, я занят. Попозже, потом. Только один. Будьте любезны, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, а какую работу вы будете сейчас выполнять в правительстве? Ой, мне поручена работа по получению кредитов. Я, в общем, буду деньги просить за границей. Угу. У американцев, англичан, французов, особенно у американцев. Угу. Возьмем и не отдадим. Как это? Ну, вот так это. Я вам вот что скажу. Хватит обманывать свой народ. Хватит! Что? Других народов нету. В конце концов. Так вот. Я сказал не пускать ко мне никого! Здрасте, Николай Фомич. Ты посмотри вообще, что творится вообще. Сейчас такое время, кругом такие возможности. Но некоторые же дебилы этого не понимают. У меня ощущение, что все эти дебилы собрались здесь, в одном месте. Да. У меня! Да. Дай мне список работников. Да. Вы как всегда правы, Николай Фомич. Вот список. Садись, давай, пиши. Сажусь, пишу. О, многоватенько народу. Да. Так, Кравцов. Кравцов. Это вот этот, что ли? Бревно вот этот, да, с глазами. Вот это, да. Дегенерат. Да. К чертям собачьим. Так и пиши, к чертям собачьим. Давно пора. Это бревно. Давно к чертям собачьим. Котов, ну, Котов, это заика. Котов. Несчастный человек. Просто пинком под зад и на улицу. Так и писать. Пинком под зады пинком на улицу. Пинком под зад. Гусев. 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 Оу, это полнейший дебил, уникальный. Это надо поискать еще такого дегенерата. Уволить это ничтожество. К чертовой матери вышвырнуть его на помойку. Чтобы он в баках. На помойку, я сказал. Не, Николай Фомич, я прошу прощения. Гусев, это я. Да? Да. Ну, а ты же Гусев. Гусев. Нехорошо получилось как-то. Фух, извини меня, ради бога. Да, ну, бывает. Так. Просто напиши. Да. Уволить. И все. Мамочка. Папочка. Мамочка. Опа. Так ты что здесь делаешь, а? Работу еще. Работу. Работу. Ты. Да. Вот здесь вот, да? А ну давай быстро отсюда, пока я милицию не вызвал. Мужик,
Здесь вчера баба тройню родила? Родила. Моя работа. Срочно требуются или... Согласен на любую работу. Что такое? Опа-на! Здрасте. Здрасте. А что с голосом? Не поверишь. Слушай, на улице живой рекламой работал, ходил с этим щитом. Средства от горла рекламировал. За щитом? Да. Это моя работа. А как же вы меня нашли? Так я же к тебе по объявлению. Художнику-оформителю. Срочно требуется ученик. Что, у вас учеником? Возьми, друг. Согласен на любую работу. Я 3 года без работы сидел. 3 года? Да. Но там как вышло? 1 год без работы. И 2 года сидел, всего 3. Господи, за что же 2 года-то дали? Не за что. За зуб. За зуб. С мужиком каким-то на улице сцепились. Я ему зубы выбил нафиг. И что, за зуб 2 года дали? Ну, он там каким-то знаменитым иностранцем оказался. Ван Дам фамилия. Ван Дам, Ван Дам. Вот нам и дали. Вот так. Здравствуйте. Доктор, я вас умоляю, спасайте. Я на работе. Куча заказов, машина полная товаров. Клиенту опаздывают, тут еще вот этот зуб. Ну, давайте без сверления, лечений, рентгенов, наркозов. Просто вырвем и все. Без наркоза? Да. Ну, это больно. Да, очень больно. Ну, пусть больно, зато быстро. Ради работы можно потерпеть. Да, это по-мужски. Это по-нашенски. Это по-настоящему. Без наркоза. Давай зубик посмотрим. Сейчас. Давай. Сейчас. Васька, Вася, давай быстро беги за нашим шофером. Я насчет этого зуба договорился. Так, что я должен делать? Ой, значит, я вот объявление сейчас пишу, а вы для него рамку сделаете. Прямо сейчас? Ну, конечно, сейчас. Когда же? Какое объявление? Большое, маленькое? Ну, вот это вот. Ну, выпускники школ. Если вы хотите активно бороться с девицами легкого поведения, алкоголиками и наркоманами, поступайте в железнодорожное училище №3. Понял. Рамка. Да-да. Фух, еле успел. День добрый. Здравствуйте. Вы до какой станции? До Владивостока. 5 дней вместе. Так, время есть еще? Пойду я сгоняю в какой-нибудь ларечек, что-нибудь куплю пожевать, а то высасывает прямо. Да не надо никуда бежать, у меня тут всего полно. Я все это не съем. Вот огурчики и котлетки, колбаски, а все домашнее. Да неловко как-то. Ну так, поклюю немножко. Конечно. 13-е место. Я в это не верю. Ну и правильно. Так, что тут у нас? У вас? Тархунидзе, Колбасявичус, Яйценко, Котлеткин, Исаак Соломонович Гуркин. С вашего разрешения. Да ешьте. Я в поезде никогда не ем. Боже упаси, тут сплошная инфекция. Кто только на этих полках не бывает, чего только тут руками не хватают, а руки-то помыть негде. Поезд. А? Ой, пятна какие-то появились. Под ногтями, черт его знает что. А были чистые. Только желтые. Я же из больницы, после гепатита. Ой, да вы ешьте. Приятного аппетита. Спасибо. Угу. Хорошая рифма. Аппетит, гепатит.
Да нет, ну ешьте, ну все свежее. Было, когда выезжал. Ну, сами понимаете, поезд. Может и завоняться все, и протухнуть. Тут мухи тут кругом летают. А на что мухи садятся, вы догадываетесь, да? Муха зимой к покойнику. Угу. Вот кошмар просто. Вот смотрите. Кругом бактерии, эти вибрионы, палочки разные. И как результат? Дизентерия, холера, чума, тиф, свинка. Ну а в поезде какая медицинская помощь? Ну тут кто хочет конце отдаст. Вот в этом купе. Я еду, да? Вот за это время уже троих мужиков вынесли. Вот так. Мне плохо. Что с вами? Куда же вы? Как я люблю ездить в купе один. Что-то я проголодался. Художник! Все! Раз, два, три! Не говори только, что тебе не нравится. Так, ну, все понятно. Не обижаю ученика, первая работа. Все понятно, со срочными заказами у вас ничего не получается. Я могу не срочно. Так. Вот тут есть заказик на объявление. Так. Я думаю, что как раз к лету у вас нормально получится. Так, что я должен делать? Пляжу золотой буй. Требуются спасатели, умеющие громко кричать. Помогите. Это не работа. Это сказка. Сказка. Нашел себе Иван-царевич работу в столе заказов. И заказал ему однажды царь-батюшка змея Горыныча. Давай, Ванюш, докладывай. Так не сладил то я со змеем Горынычем. Две головы ему отрубил, а третья осталась. Так, пиши письмо в Америку. Сократили мы, значит, как и обещали, наше стратегическое вооружение на две боеголовки, чего и вам желаем. Так ведь царь-батюшка, у него ведь завтра на место двух отрубленных 4 новых вырастут. Ну и хорошо, что новые. Нахрена нам старые? Это не тебе, это не пиши. А ты, Ванюш, давай рассказывай, что так облажался-то? Так, царь-батюшка, бабу-ягу черт принес. Как прилетела, шандарахнула. Ой, я еле ноги унес от змея Горыныча, в смысле. Она про нашу драку-то баба-яга как узнала, сразу прилетела, мигом. Тихо, Ваня, тихо, тихо. Ты про это не пиши. Им про наш МиГ-33 знать пока не следует. А ты, Ванюшенька, поешь, с дороги-то. Поешь. Устал. Похлебай супчик. Ой, что это он это какой-то сразу забирает, закручивает как-то. Ты, Ванюша, ешь давай. Тебе ведь скоро новое испытание предстоит. Что-то оно как-то. А что это за суп вообще такой? Суп свежий, гороховый. А что мне за новое испытание предстоит? Ну, какое, Ванечке, может быть испытание после горохового супа? Ракету? Будем испытывать. Какого класса-то? Класса? Воздух, воздух. Слушай, а ты всегда художником был? Ну, да кем я только не был. Я даже артистом был. Я играл гениально. Гениально! А вот говорил плохо. Дикция. Но одну главную роль я все-таки исполнил. Да ну! Да, Герасима в Муму. В кино? Не, на радио. Кино. Рокки 2001. Дамы и господа, внимание! В красном углу ринга Рокки, бешеный конь.
синем углу Микки, крутой козел. Эй, ты, козел, я звалю тебя. Что ты там визжишь, Бора? Кабан, скотина, осел, ишак, верблюд, суслик, каракатица, индюк, курица, свинья, бокс. Судья считает, во время съемок фильма ни одно животное не пострадало. Реклама. Здравствуйте. Я бы хотел с вами посоветоваться. Здравствуйте. О чем? О любви. Мужчина, вы что себе позволяете? В том-то и дело, что практически ничего. Скажите, а нет ли у вас чего-нибудь такого? Такого... Ну, чтобы для любви, чтобы у нас с женой, ну, в общем, ну, хоть что-нибудь. Есть одно известное средство. Достаточно одной таблетки. О, нет-нет, я пробовал. Они на меня только после 10-й таблетки подействовали. Через 3 суток. А быстрее ничего нет, чтобы сразу. Я бы прямо сейчас принял, и мне тут недалеко. Есть, но не таблетки, а бульон. Действует мгновенно. Бульон? А вы попробуйте 1 ложку. Ой, кажется, уже действует. Ну что, не действует? Еще как действует. Только тут такое дело, вы должны понять, жены дома нет. Галимая Бланка, это любовь с первой ложки. Учитель, я тут сам попробовал табличку нарисовать. Не знаю, получилось, нет. Ну, написано вроде бы неплохо. Мне тоже нравится. Но это же должна быть не одна табличка, а 2. Морг закрыт. Прием Тамара. Ужас. Современная мода – это настоящее искусство. И я убежден, я уверен, что этот костюм произведет у вас очень сильное эстетическое воздействие. Слушай, портной, что-то как-то… Я не портной, я кутюрье, если хотите. Жрец высокой моды. Это не мода у тебя высокая. Это ты мне талию под самыми подмышками сделал. Что это такое? Да что вам не нравится? Это же крик. Крик завтрашней моды. Значит так, или ты мне сегодня эту моду перешиваешь, или завтра кричать будешь уже ты. Да что вообще такое? Позволяете? Вы что думаете, что за меня заступиться некому? Я уже, я знаете, как-нибудь... Да-да. Дай руку на секунду. Ой, я все сделаю. Ой. Не, ну пацаны, не, ну серьезно, ну что вот это он сделал? Что это такое? Костя. Не, ну серьезно, Костя, ты смотри. Это я. Смотри, что он мне сделал. Срочно зови крутых. Будем опускать. Что ты сказал? Что ты сказал? Ты крутых позовешь! Ты опускать будешь! Кого ты будешь опускать? Ты меня будешь опускать! Крутых! Что здесь засада в натуре? Я покажу, кто здесь крутой! Пацаны! Ваня, Ваня! Мочить буду! Я башку себе посношу! Я посношу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты кто такой? Я закройщик. Я всего лишь закройщик. Крутых, моя фамилия. Только не стреляйте. Семен Петрович Крутых. Тут сказали, кому-то надо было талию опускать.
Срочно требуется секретарша, владеющая компьютером, знающая английский, коммуникабельная, с хорошими манерами. Добрый день, вы по какому вопросу? По поводу работы, я Мария. Чтобы не тянуть время, может быть, я вот начала уже документ, да? Может быть, вы тогда попечатаете, чтобы уже было о чем говорить, Виталий Ильич придет, хорошо? Давайте попечатаем. Вот, никого нет сейчас, я тоже, можно выскочу? Да, хорошо? Конечно. Все, значит, вы остаетесь одна, в офисе никого нет. Вы мне откроете дверь? Ага, спасибо. Алло? Hello? Алло? Hello? Hello? Good afternoon. Is it St. Petersburg? Hello? Hello, вам кого надо? I'm calling from London. I'm the vice president of London Advertising Agency. Do you hear me? NIST. Is it the advertising agency of St. Petersburg? Deutsch nicht. I don't speak Russian. Can you say it in English? Nein, English тоже нет. Who are you? Who are you? Well, goodbye then. Goodbye. Auf Wiedersehen. Я охранник. А вы кто такая? Здравствуйте. Это ее честь? А вы кто? Вот это лично. Не работает это время, надо писать. Есть чем писать такое? Писать ручка. А что вам писать надо? Деньги, да, так не делать. Чтобы похоже, деньги лично сделал. Надо это лично. А как вас зовут-то? Что это у вас тут? Если меня будет кто спрашивать, меня не было. Yes, I do. May I speak to the editor-in-chief of your agency, please? And who am I speaking with? Hello? Yes, yes.
Срочно требуются или... Согласен на любую работу. Коллега, поработали. Хорошо бы зарплату получить. Да хорошо бы, ну понимаете, какая штука, денег-то нету. А что у тебя есть? Ну вот есть таблички. Хотите, я с вами табличками расплачусь? Вот смотрите, вот разыскивается, продается, состоится. Ну хотите, и вот это вот срочно требуется. А что это? Слова. Ну, слова. Вот если бы ты мне картину подарил. Я очень картины люблю. Картину? Картину. Ну так вот же, ну. Вот же. Это я так просто, знаете, на досуге вот. От нечего делать, просто все. Нифига себе, от нечего делать. Ёлки-палки. Это же наш город. Ну да. Только как новый. Где баня? Вот он. Я здесь жил. А я вот тут. А где завод? Завод где? Вот же. Труба дымится. Да. Что, работает? Ну да. Значит, сработал. Значит, задвигалось как-то там все. Сработало, зашевелилось. Оживает, понимаешь? Школа, пиво, порт, парк, кино. Да, здорово. Как эта моя картина называется? Городок. Городок? Да. Точно. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется вернуться.